вышел, я тебя ждал. А, давай я тебя провожу до регистрационной палаты в отделе кадров. Hello, sir. Я привел его. А, Гордон Фриман, пожалуйста, предоставьте нам комплект документов и письмо предложения работы, чтобы мы смогли зарегистрировать вас как нового научного сотрудника. Окей, регистрация займет несколько минут. Пожалуйста, подождите здесь. Гордон, прости, мне срочно нужно идти, я ведь и так опаздываю. Привет, Изи. А, привет, Элай. Ты как раз вовремя. Ты поможешь Гордону обустроиться в Черном Мире? Просто у меня совершенно нет на это времени. Нет проблем. Спасибо, Элай. Вы же Гордон Фриман. Клянер много про вас рассказывал. Вы будете работать со мной в секторе С, в лаборатории аномальных материалов. Гордон Фриман, регистрация окончена. Как говорил в письме, вы получаете третий уровень допуска, а также квартиру в общежитии. Ее номер 309, запомните его. Сканирование сетчатки глаза можно провести позднее, так что не забудьте пройти обучение по использованию хэв-костюма. Желаем успехов в начинаниях. Пойдем, Фриман, я покажу тебе общежитие. Мы проехали, Гордон. Это западное крыло общежития. Я здесь живу. Твоя комната находится чуть дальше, но я тебя провожу туда. Здравствуй, Вэнс. Ты с собой привел кого-то? Это Гордон Фриман, наш новый сотрудник в секторе С. Ага. Так это ж ученик Клянера. Ну что ж, юноша, рад знакомству. Но учтите, что я не потерплю никакой халатности при работе. Так что надеюсь, что ваша работа никому не принесет вреда. А, ну, что касается вас, Элай, пожалуйста, проводите юношу в его комнату. Это доктор Мангусон. Не обращай на него внимания, просто они с Клянером соперничают за грант. О, нет! Сейчас успокойтесь. Это моя дочка Алекс. А сейчас с ней моя жена Азия. Я познакомлю тебя с ней попозже, а сейчас нам пора идти. Ну вот, Гордон, квартира номер 309. Располагайся, теперь ты будешь здесь жить.
Oh dear, why aren't these sensors working? I wonder if they're needed for today's training run. Very interesting. Ah, good morning, Gordon. Welcome to the Black Mesa Training Facility. Things are in a state of commotion this morning, but the training facility software should be in working. Please listen carefully, as there is a little paperwork to take care of before we get started. Oh, I see that you have already signed our legal disclaimer. I, Gordon Freeman, hereby agree to the following terms, blah, blah, blah. In any case of serious injury, dismemberment, toxic poisoning, burns, rashes, lesions, blah, blah, etc., etc., hereby agree to waive all rights as an employee of the Black Mesa facility. Of course. Okay, very good. And if there are no questions, then please step through this door to begin your training.